Всем приветик, мои дорогие! Пока мой киндер спит, я вам покажу, новая посылочка пришла. Значит, интернет-магазин называется «Лёлик и Болик». Вот так я вам покажу, чтобы вам было видно номера их телефонов, сайт их, название. Так, в общем, вот посылочка. Сейчас я ее распечатаю. По идее, в этой посылочке должна быть две деревянные развивающиеся игрушечки и там пару книг каких-то. В общем, сейчас все увидим. Так вот, я распечатываю посылочку, раскрыла. Сейчас буду доставать и по одной штучке вам все показывать. Первый раз мне пришла вот такая накладная интересная в коробке, в упаковке. Даже очень классно сделано вообще. Ну, вот наименование каждого товара. И, кстати, товары недорогие в вот этом магазине. Ну, относительно. Я уже как бы имею опыт в интернет-магазинах. И такая вот накладная. Посмотрите, как интересно. Каждый товар, даже с рисуночком же, с фотографией. Вообще, это так классно, как по мне. Супер. Супер накладная. Посмотрите, какая классная. Первый раз получаю такую красивую накладную. Кажется, это мелочь, но это очень хорошо и приятно, очень удобно смотреть, какой товар, сколько стоит. Обалдеть можно. Так, ну, значит, сейчас я вам покажу, какие нам пришли товары. Так, первая развивающаяся игрушка, развивающая, правильно говорить. Вот такой вот, как это сказать, я скажу вам правильно, как называется накладной. Рамка-вкладыш, цифры. Рамка-вкладыш, цифры называется. Вот такая деревянная рамочка, досточка, или как сказать, из дерева. Она в упаковочке еще сейчас. Я ее раскрывать не буду. Потом раскрою, покажу, когда уже Давид будет играться. Вот такая где-то 0,5 сантиметра или там 7 миллиметров толщина. Ну, ширина вот по моей ладони, смотрите. Вот такая вот ширина, длина. В общем, достаточно таки немаленькая. Значит, здесь цифры и математические знаки. В общем, и на каждом вкладыше вот такие штучки пластмассовенькие, за которые ребенку, надеюсь, будет удобно держаться. Такие как ручечки маленькие, пластмассовенькие. Классная вещь. Нет никаких сколов, порезов. Все в хорошем состоянии пришло. Вот покажу вам сбоку. Вот такие вот пипочки. Довольно-таки большие. Удобно будет схватиться даже маленькому ребенку. Очень хорошая упаковка. Вот. Здесь покажу. Очень яркая, красивая. Мне очень нравится. Классная штука. Так, вот такая вот, значит, рамочка-вкладыш. Это одна. Значит, следующая. Тоже рамка-вкладыш. Ну, я думаю, это уже более, когда он чуть-чуть постарше станет. Вот такие краб-часики. Часики-краб. Они тоже в пленочке упакованы. Тоже на каждом вкладыше такие вот пыптыки, за которые можно держаться. Вот, оцените. Сделано в виде часика. Здесь стрелочки. Большая и маленькая стрелочка. Мне очень нравится. Вкладыши, циферки. Потом здесь есть отдельный вкладыш клешня крабика. Зачем только, не пойму. Ну, просто, наверное, поиграться.
И вот маленький крабик тоже вкладыш. Здесь есть. Тоже, я так думаю, просто поиграться. Ну, основная функция этого вкладыша я купила, чтобы выучить часы. Ну, я думаю, это для него сейчас рановато. Даве сейчас 2 года. Это, я думаю, туда годика на 3 уже даже, может быть. Попробуем. Сейчас покажу сзади. Такая деревянная досточка. Тоже где-то 0,5 сантиметра ширина. Сантиметров 7, там 5, вот так вот приблизительно. Нет никаких сколов, порезов, надрезов, надрывов. В хорошем состоянии. Такая досточка. Очень яркая, красивая. Мне очень нравится. Но это я купила на немножко потом, попозже. Вот эту досточку сейчас, а вот эту на 3 года. В общем, обалденная досточка. Так, это две игрушки развивающие деревянные. И здесь 2 книжечки я заказывала. Тоже не развивающие. С картона. Странички с картона. Одна называется «Кто и что какого цвета». «Кто и что какого цвета». А вторая «Учимся сравнивать». То и что, какого цвета. Здесь, в общем, в каждой страничке, в каждой иллюстрации стишки какие-то, ну, по цвету, я так думаю. Желтенькие цыплята, красная клубничка, жучок, червячок. В общем, тоже это мы все почитаем, просмотрим, потом расскажу вам. Поросенок, розовые цветочки, там, в общем, лисичка рыжая, колобок рыжий, апельсин рыжий. В общем, такого плана. Это учить цвета. Вот зеленый, лягушка, огурец. Вот такие стишки. А, это даже загадки. То есть сверху стишки, а внизу загадки. О, как интересно. Класс. Мне нравится. Коричневый, тут медведь, шишки коричневые, синий цвет. И загадочки внизу. Такая книжечка. Белый, черный. Яркие иллюстрации. Мне нравятся. Очень хорошие. Самое главное, эти картонные листы. Пока с бумажными тонкими листами я не покупаю книги. Я там уже рассказывала в предыдущем видео. Я покупала с тонкими бумажными листочками. Когда Давида у меня еще не было, когда я еще была беременная. В общем, тогда я еще не понимала, что такого ребенку нельзя покупать. Ну, в общем, говоря, они у меня так лежат, невостребованные пока месть. Ну, в общем, пока такие картоны. Еще одна книжечка. Учимся сравнивать. Вот там, новые даже не очень хорошо открываются. И здесь. Так, а что тут? А, чистый, грязный. Чистый и грязный. Вот собачка грязная, кошечка чистая. Сравнение одно. Потом, так, сравнение быстрый и медленный. Лошадка быстрая, улитка медленная. Ну, в общем, такое. Сейчас быстренько вам еще проверну. Тут у меня зарядка садится уже. Вот такие картинки. Такие. Такие. Такие 2 книжечки. В общем, я довольна заказом. Вот так покажу вам целиком все. Вот такой получился у нас заказ. 2 вкладыша деревянных, развивающих, и 2 книжечки. Ну, что-то там получилось где-то на 180 там чем-то гривен. Как бы это дешево. Деревянные игрушки сейчас очень дорого стоят в магазинах и везде. Все, всем спасибо за внимание. Сейчас Давидик проснется, оценит наши новые приобретения, наши игрушечки.
Все, потом, может быть, в следующих видео расскажу вам, что нам понравилось, что нет. В общем, все, всем пока, тём-тём.